Традиционный пятничный вопрос. Чем заняться в выходные? Ты уже придумал? Конечно. Традиционная тренировка. Если позволит погода, выберемся с семьей в лес. Если не будет погоды, то будем готовить какую-нибудь вкусняшку. А я предлагаю всем, кто будет в ближайшие дни в столице нашей республики, интересный вариант – посетить творческий фестиваль «Золото осени». Что там можно увидеть или посмотреть – узнаем. У нас будет 26 мастеров, украшения ручной работы, скраббукинг, топиарии, фетровые книжки, развивающие для деток, и даже платья. Вот, кроме мастеров, кроме того, что можно будет купить изделия ручной работы мастеров, можно будет поучаствовать в мастер-классах. Запись на них заранее в нашей группе «Ярмарка мастеров Сыктывкара» ВКонтакте. Для нас будут выступать музыканты, авторы-исполнители Алексей Всевков, Алексей Фролов и группа «Карабас-Барабас». А детки смогут разукрасить свои личики аквагримом. И даже это еще не все. У нас будет бесплатная фотозона. Каждый гость может сфотографироваться на фоне ростовых цветов.